1 октября – день, когда принимают поздравления почтенные жители всего мира. За плечами старшего поколения немало исторических событий, трудовых достижений и просто счастливых дней. Около 30% жителей Чувашии старше трудоспособного возраста, а это более 280 тысяч человек. Есть среди них и долгожители, которые застали смену власти при царской России, распад Советского Союза и становление Российской Федерации. Почти 60 человек перешагнули столетний рубеж. Все больше людей почтенного возраста принимает активное участие в общественной жизни, занимаются спортом и заботятся о своем здоровье. За 3 года продолжительность жизни выросла на 2,5 года. Снизилась смертность из сердечно-сосудистых заболеваний. С праздником всех пожилых горожан Новочебоксарска поздравил глава республики Михаил Игнатьев. В жизни всегда было так. Одно поколение оставляло потенциал для развития другого поколения. И на сегодняшний день задача молодого поколения тот потенциал, который создавали наши дорогие ветераны, дальше, конечно, развивать.